А вот это уже интересней. Марья Ивановна, ну вы вообще не с нами? Марья Ивановна, очнитесь! Так, на сегодня у нас все. А завтра не делайте никакого домашнего задания, только подготовьтесь, пожалуйста, к контрольной работе от Рояно по математике. Да не вопрос, Марья Ивановна, на нас, Заучкины, можете надеяться. А чё это за дела такие, Марья Ивановна? Ну какая? Слышь, братан, ну какая контрольная может быть? Завтра 14 февраля, Международный день всех влюбленных. Какой праздник! Ты еще скажи, странно, почему он не занесен в государственные праздники? А что, было бы круто, был бы выходной в этот день. Ну реально, никакой контрольной от этого Рено писать не надо было бы. Еще по математике, капец! Вот именно вас, Тупорев и Затупин, забыли спросить. Все, завтра встречаемся, контрольно первым уроком. Только попробуйте мне проспать или опоздать, будете переписывать. А контрольную от Рено? Никогда никто не переписывает! То-то я смотрю, ты все знаешь, 5 лет в одном классе сидеть. Все, я все сказала. А тех, кто додумается прогулять, ждет очень большое наказание. Ваши родители придут на следующий же день в школу, к директору. Все, ребята, до завтра, можете быть свободны. Ну все, Заучкин, пошли домой готовиться. Ну пошли. А ты собираешься готовиться? Нет, конечно. Я что-то тоже не очень. Погнали ко мне, короче, на плойке, подубасим, а завтра что-нибудь придумаем. Погнали. Ну что, Заучкин, походу мы с тобой только вдвоем будем на контрольной. Да. Я поражаюсь, братан. Как можно быть такими неответственными? Ну, значит, не бояться, что родители школу вызовут завтра. Ну, конечно. Ой, капец, не выспались как. Да. Но зато наигрались. Здорово, пацаны. О, пришли. Мы думали, вы не придете. Наконец-то пришли. Сука, чё, попробуй тут не прийти. Марья Ивановна сказала, что если чё, сразу батю к директору вызовет. А ну, постой, стой, фигурку верни. Ну, я что ли? Ну, у меня есть кое-какая идейка, ребята. Опять начинается? Не опять, а снова. Ну что ты там придумал? Чё ты разумничался? Да есть у меня идея, как урок сорвать, чтоб контрольную не писать. Да контрольная троянула, я уточнял. Если она не пишется в определенную дату, ее не надо потом переписывать. Не старайся, Тупорев. Нам все равно придется ее написать. Ну, да даже если и придется, так не сегодня. А там успеем подготовиться или шпоры накатаем. Короче, кто со мной? Не, ребят, я лучше честно напишу и получу 5. Тупорев, я, конечно же, с тобой. Куда мне еще? Заучкин, а ты чё? Котёлка, это, конечно, классно. Ну что ты предлагаешь? Грудь, послушай меня. Понял? Я подумаю. Не соглашайся. Слышишь, Ботанов, вот ну просто, ну вот не суй свой нос, куда тебе не надо, понял? Короче, Заучкин, я предлагаю тебе за это 100 баксов, хочешь? Это уже интересней. Ты что, за 100 баксов готов урок сорвать? Да бери больше, это же Тупорев. А сколько взять? Да 500 как минимум. Хорошо, Ботанов. Тупорев, вот 5 таких, и я подумала. Ха! А у тебя губа нет, дура! Ладно, малой, умеешь же ты вытянуть. Вот, еще 4, итого у тебя будет их 5. Так что, согласен? Что я должен делать? Вот тут в рюкзаке все, что надо. И сегодня тебя как будто даже не было на уроке. Держи, там подробные инструкции. Спрячься в коридоре, чтоб Мария Ивановна тебя не увидела. Прочитаешь, разберешься. Давай. Хорошо.
Всем здравствуйте, дети. Так, Тупарев, Затупин, Ботанов. Где Заучкин? Марья Ивановна, вы знаете, мы сегодня утром проснулись. У него что-то так сильно живот болел. Короче, он у папы отпросился, и папа ему разрешил дома побыть. На следующий урок принесет записку обязательно, я ему напомню. Ну хорошо, надеюсь, это не аппендицит. Так что, он контрольную писать не будет? Че, так можно было, что ли? Ну, по уважительной причине можно, конечно, но я думаю, он все равно потом перепишет. Потом это потом, правда? Главное, что не сейчас. Кстати, Марья Ивановна, с днем всех влюбленных вас! 14 февраля. Марья Ивановна, присоединяюсь. Да, с праздником, Марья Ивановна. Чуть не забыли. Ну, вообще-то, в день влюбленных только влюбленные друг друга поздравляют, а не ученики учителя. Ха! Так а может, Затупин в вас и влюблен как раз? Может быть, и Ботанов. А этот по-любому. Конечно, влюблен, но в знания, Марья Ивановна. И вообще, не неси чушь. Что это за звук? Марья Ивановна! Там какой-то конверт с сердечками. Тупарев, сходи подними, наверное, тебе кто-то прислал. И давай побыстрее, ваше время, отведенное на контрольную, уходит. Лично вы с этими контрольными. Ха! Марья Ивановна, а тут написано Марье Ивановне. Странно. Ну, давай посмотрим, что там. Пожалуйста, Марья Ивановна, смотрите. Написано, что мне. Наверное, Валентинка. Интересно, от кого? Батончик. Валентинка. Марья Ивановна, так от кого это? Ага, реально! Нам тоже интересно. А это вообще не ваше дело. Все, достаем двойные листочки. Пацаны, у Марьи Ивановны появился тайный поклонник. Может, это трудовик, может, физрук. Короче, скоро она уйдет в декрет, и мы не то что контрольную писать не будем. Мы пару лет ничего делать не будем. Хотелось бы. Двойные листочки достали. Ой, да сейчас достаем. На тебе. О, Марья Ивановна, а что там опять снова? Марья Ивановна, мне кажется, опять какое-то послание. Ха! А мне кажется, это опять вам Валентинка. Иди, твоя очередь, принеси. Ладно. Марья Ивановна, это снова вам. Держите. Точно мне. Да это уже прям не смешно. Марья Ивановна! А там в Валентинке тот же поклонник тайный или новый? Тупарев, какая тебе разница? Так, неприлично спрашивать у учителя. Марья Ивановна, ну когда мы уже начнем писать контрольную? Уже полурока почти прошло. Работает. Ой, ребята, что-то я очень сильно задумалась. Извините, вы достали двойные листочки? Давно достали. Опять конверт. Марья Ивановна. Тупарев, быстрее подай мне конверт и начинайте уже писать. А чё это я, Марья Ивановна? Вот именно, очередь Ботанова, я ходил. Тупарев. Я ходил, да. Всё, пусть очкарик, пусть Ботанов идёт и поднимает. Это он сидит, время тянет. Да, конечно, сейчас принесу. Пожалуйста, Марья Ивановна, кто-то очень настойчивый. Да, я заметила. Ха! А что ты, Ботанов, взял, что кто-то очень настойчивый? Может, это все разные люди? Вот Марья Ивановна же не говорит, кто и Валентинки подписывает. Такой же батончик. Такая же Валентинка. Тупарев, смотри, они опять на паузе. Да еще бы! Я же тебе говорил, контрольной не будет. Тут уже до конца урока ерунда осталась. Еще пару конвертиков и все. Марья Ивановна, ну вы вообще не с нами? Марья Ивановна, очнитесь! Ну как ее из ступора теперь вывести?
Легко и просто. Так, я не поняла. Вы что, еще не пишете контрольную? Марья Ивановна, а мы тут с вашими поклонниками так и не получили задание. А скоро урок закончится. Ага, именно. Именно так. Тихо, Бутоныч, тихо. О, Марья Ивановна, моя очередь, смотрите, еще один конверт. Так, сидеть, я сама. Заучкин?